Всего за 2,5 месяца собрали 82 миллиона рублей. Деньги поступили от сбора в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, а также 4 курортных поселений Туапсинского района. Изначально краевые власти рассчитывали, что показатели только за год достигнут 70 миллионов рублей. Полученные средства направят на благоустройство тех городов, в которых взимается сбор. Жители городов уже выбрали, на что будут направлены деньги. К примеру, в Анапе установят фонари и светодиодные конструкции. В Геленджике проголосовали за новые скульптуры из садовых растений и световые композиции. Непосредственное освоение денежных средств, собранных в текущем году, начнется в начале 2019 года. Эксперимент по курортному сбору в России начал действовать с 1 мая. На Кубани он стартовал чуть позже, с 16 июля. Сроки сдвинули из-за проведения чемпионата мира по футболу. Напомню, курортный сбор взимается с отдыхающих в день заселения. Размер сбора – 10 рублей в сутки с человека. Жители Краснодарского края от курортного сбора освобождены.